Появление на дороге сотрудников ГАИ заставило водителя немного поволноваться, однако в этот раз повод не более чем профилактика. В рамках такого рейдового мероприятия правоохранители останавливали автомобили, чтобы напомнить или рассказать водителям о том, что начиная с 25 августа передвигаться по городу они должны с включенным ближним светом фар. Таким образом, автомобилисты будут привлекать внимание школьников, а те, в свою очередь, станут более бдительными на дороге. Основная цель данного мероприятия – это профилактика и предупреждение детского дорожного транспортного травматизма. Как показывает практика, в период времени с августа по сентябрь происходит всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С начала текущего года на территории нашей области с участием несовершеннолетних уже зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 ребят погибли и 54 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Не безразличие ребят к собственной безопасности – важная составляющая идеи самой акции. Юные инспекторы не просто раздавали листовки водителям, но и рассказывали им, почему эта тема актуальна и чем она волнует подростков. Мне интересно это движение, потому что, во-первых, мы призываем водителей быть осторожнее, потому что сейчас это стало действительно проблемой. Многие дети перебегают, а водители этого не замечают, и происходят разные аварии. А когда проходят такие акции, водители все-таки понимают, что надо быть осторожнее на дороге. Важность и необходимость акции подтверждают и водители, многие из которых сами родители. Детвора пойдет в школу, это самое важное. Безопасные детворы в первую очередь. Разумеется, не превышать скорость, внимательно следить на пешеходных переходах. И вблизи школы, и скоплениях детей, где дети могут проводить время. Нужно быть внимательным, потому что все-таки ребенок – это не взрослый человек, и он может не замечать опасности, которую хранит проезжая часть. Напомним, с 25 августа по 5 сентября по всей стране пройдет специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети». На протяжении всего периода действия акции водители обязаны перемещаться по городу с включенным светом фар. В случае невыполнения требования грозит привлечение к административной ответственности. За невыполнение пункта 166.9 правил дорожного движения – это включение ближнего света фар во время проведения специального комплексного мероприятия. Водитель может быть подвергнут либо предупреждению, либо наложению штрафа в размере до 2 баллов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.